Вы знаете, что только в случае крайней необходимости. Крайней необходимостью у нас является поход в аптеку. Продуктовые магазины не ближе, не дальше 100 метров. А также выгул животных, выброс мусора. Да, все. Говоря, просто так передвигаться по городу. Так только не будете домой ехать. Да. Сейчас самое кратчайшее время. После проверки документов следуйте домой.